Пока на сцене театра драмы ни декораций, ни ярких костюмов, а в зрительном зале только пустые кресла. Здесь идет репетиция спектакля по пьесе Островского «Без вины виноватый», не самого известного произведения драматурга. Но именно эта пьеса, как никакая другая, про актеров и про театр. В центре событий знаменитая актриса, которая, несмотря на популярность, страдает от личной драмы. Много лет назад она потеряла единственного сына и до сих пор не может это признать. Для нее он жив. В постановке Кирилла Вытоптова воображаемого сына играет несколько актеров. Это собственный прием режиссера. Естественно, она воображает его, так скажем, в различных видах, каким бы он мог вырасти. Поэтому, понятно, у нас три разных актера являются к ней как, ну, некие такие возможные пути развития одного и того же человека. Не знаю, насколько это будет понятно всем, но мы стараемся эту мысль довести до ума зрителей. Автор постановки не стесняется экспериментировать. В его прочтении появляются новые герои. При этом в основе лежит классический сюжет. Роль главной героини исполняет Ольга Берегова. Признается, играть актрису – это особый опыт. Актрису играть, ну, наверное, еще и сложно тем, что ты все время пытаешься себя оправдать. И все равно подспудно сидит. Да нет, я не такая плохая, я лучше. Вот. Или наоборот, я не такая хорошая, я не плохая, просто все ошибаются. Ну, интересно, просто в себе пошиться интересно. Удивительный театр предлагает режиссер работать с ним. Даже не просто интересно, а это такое новое познавание себя. Высокую комедию про людей-актеров и актеров-людей, как назвали спектакль его создатели, зрители впервые смогут увидеть 12 сентября. Премьера откроет 221-й театральный сезон. Екатерина Анисимова, Илья Васенин, столица Нижней.